Вот если посмотрите вот на эту картинку, да, вы сразу поймете, что это неправильная формация, да, потому что колонна идеально гладкая. У них нет никаких вот, вот этих вот выступов. Нету. Тут сразу возникает несколько моментов. Обратите внимание, часть веревок привязана внизу, монолита, да? Часть в центре, часть вверху. То есть, если мы поднимаем монолит, вот мы его подняли, да? Вот подняли. После этого мы должны нижнюю часть опускать. Это какие веревки должны держать верхнюю часть? Вот такую. То есть, смысл что заключается? Вот при таком вот подъеме, вот как есть, да? Только при условии, если все подняли, а потом все опустили. И потом вот так поставили. Иначе нельзя. Ну, какие это должны быть веревки, пеньковые, это, чтобы выдержать 600 тонн веса. То есть веревок таких не существует.